По приглашению полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича в Ульяновск приехал член Госсовета Китая Ян Цзэчи. Цель визита – участие в заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» с 19 по 20 июля. Гостей из Поднебесья Сергей Морозов встречал в аэропорту. Помимо участия в заседании Совета, Михаил Бабич и Ян Цзэчи проведут двустороннюю встречу, на которой будут обсуждены актуальные вопросы сотрудничества регионов Приволжского федерального округа и китайских провинций верхнего среднего течения реки Янцзы, которая ведется с 2013 года. Также подпишут положение о Совете по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа. Эльвира Зямалова, Юрий Конихин, новости «Ульяновская правда».